Это новости ВТВ. Мы продолжаем. В древних рецептах египетских фараонов было около 500 рецептов здоровья. И в половине из них присутствовал мед. Лечиться этим натуральным продуктом сейчас предпочитают многие, в том числе и волгодонцы. Для них в городе открылась ярмарка меда, привезенного с севера. Ассортимент пчелопродукции изучил Артем Андросов. Медовую ярмарку с любой другой не сравнить. Стоит только подойти к прилавку, как хозяева перехватывают инициативу и предлагают попробовать лучшие сорта меда. Волгодонцы не отказывают себе в удовольствии, ведь только здесь продукт натуральный, не имеет химических добавок. Люди юга, они не знают северные меда, для них белые в диковинку. А практически весь мед востребован. Здесь у нас есть и гречиха, есть и моралий корень необыкновенно сильный, липовый мед, я уже сказала, липа считает царицей медов. Вот, есть иммуномодуляторы. Вот, например, можжевельник, вот у меня можжевельник мед, он очень хорошо лечит варикоз. Можно вовнутрь принимать, а можно делать обертывание. Популярен у покупателей мед из лесной земляники. Он известен как жаропонижающее средство, стабилизирует давление и снимает аллергические проявления. Впрочем, каждый сорт имеет уникальные целебные свойства. 9 сил, или, как его называют в простонародье, 9 сил, выводит шлаки из организма, очищает печень и почки. А в былинах пишут, что именно 9-силовым медом монахи Илью Муромцева на ноги поставили. Но и в наши дни он будет полезен для поддержки иммунитета. Погода сырая, холодно. Мед будет очень кстати, полезный, самый сильный продукт. Первый же день работы ярмарки по традиции ее посетил настоятель крестовоздвиженского храма отец Анатолий. Он прочитал молитву и окропил медовые ряды святой водой. Ярмарка меда и пчелопродукции будет работать на Комсомольской площади до конца недели с 10 до 19 часов. Хочется выразить благодарность администрации города за то, что они нам помогают проводить эти ярмарки. Выигрыши оказываются все стороны. И жители Волгодонска, которые получают натуральный, вкусный и очень полезный продукт. И мы приезжаем, нас встречают с удовольствием. Спасибо за это. Артем Андросов, Сергей Овчаренко. Новости ВТВ.